Всем привет! Это долгожданное многими видео про 10-ю серию видеокарт GeForce от компании Gigabyte. Перед тем, как непосредственно начну рассказывать про конкретные модели видеокарт, скажу про лично мое отношение к продукции этой компании. На протяжении многих лет компания Gigabyte пыталась конкурировать с компанией Asus, и если не хватало инноваций и технологий, а программное обеспечение было не таким удобным, то компенсировала она это своей надежностью. У кого-то есть другое мнение на этот счет, а я сужу по своему опыту, в котором продукции от Gigabyte было немало. Так вот, я утверждаю, что в 10-й серии видеокарты GeForce компания Gigabyte обошла своего главного конкурента по качеству продукции и догнала по удобству программного обеспечения. Итак, видеокарты, и начну с референсных видеокарт от компании Nvidia. Компания Gigabyte, в отличие от своих многих конкурентов, не стала заниматься натягиванием своей фирменной системы охлаждения на референсные видеокарты, чтобы преподнести их как свой уникальный продукт, а просто продает их как есть. Подробно про видеокарты Founders Edition посмотрите в моем отдельном видео. И поэтому сразу перейдем к фирменным видеокартам, первая из которых будет видеокарта с 10 фазами питания, а точнее 5 ее различных вариантов, а именно GTX 1070 WinForce, GTX 1070 WinForce OC, GTX 1070 G1 Gaming, GTX 1080 WinForce OC и GTX 1080 G1 Gaming. Видеокарты WinForce и G1 Gaming полностью идентичны, кроме двух моментов. Отличаются немного защитные кожухи радиаторов и тем, что у видеокарты G1 Gaming логотип имеет настраиваемую подсветку. Что касается самой системы охлаждения видеокарты. В общем, она довольно достойная, все основные элементы соприкасаются с радиатором. Но есть один недостаток. И он заключается в том, что охлаждение графического чипа происходит с помощью непосредственного контакта с тремя тепловыми трубками, между которыми есть значительные зазоры, а это не есть хорошо. Также некоторые говорят, что система охлаждения у видеокарты шумная. Но на самом деле она немного громче, чем основные конкуренты, гораздо тише референсные видеокарты. Следующий момент – это отличие между GTX 1070 и GTX 1080. И заключается оно в том, что у видеокарт GTX 1070 не распаяны две фазы из 10, то есть видеокарты GTX 1070 имеют только 8 фаз питания. Кстати, Gigabyte единственная компания, которая реализовала 10 фаз питания на видеокарте, которая оснащена только одним 8-контактным разъемом для подключения дополнительного питания. Теперь перейдем к следующей видеокарте. Как вам вот такой вот обрубочек? Это GTX 1070 Mini ITX OC. В угоду размеру была принесена в жертву эффективность охлаждения, да и, наверное, производительность, так как у этой видеокарты только 6 фаз питания против 10 у ее больших братьев. А стоит она, кстати, как полноценная GTX 1080 650 долларов. Ладно, движемся дальше. И мы подошли к венцу творения инженеров компании Gigabyte. И это видеокарта с 14 фазами питания под названием Extreme Gaming. И опять же в нескольких вариациях. И это GTX 1070 Extreme Gaming, GTX 1080 Extreme Gaming, GTX 1080 Extreme Gaming Premium Pack. Та же видеокарта, только с дополнительными аксессуарами. И GTX 1080 Extreme Gaming Water Cooling. Видеокарта, у которой массивный радиатор заменили на необслуживаемую водяную систему охлаждения. Что касается непосредственно системы охлаждения Extreme Gaming, контакт графического чипа и памяти с радиатором происходит через медную подложку, что гораздо лучше предыдущего варианта, а работа вентиляторов не такая громкая, как у G1 Gaming. Акцентирую внимание на том, что видеокарта Extreme Gaming имеет высокий заводской разгон. При этом нареканий на его работу у покупателей нет. Кстати, видеокарта GTX 1070 Extreme Gaming также имеет на 2 фазы меньше, чем GTX 1080 Extreme Gaming. Подводя итоги, скажу, что видеокарты от компании Gigabyte это почти всегда хорошо продуманные и качественно изготовленные продукты, также это высокопроизводительные продукты. И самое главное, это отличное соотношение цены к качеству и производительности.
наверное, даже одной из лучших на данный момент. Я рекомендую к покупке видеокарты G1 Gaming, если вы хотите недорогое решение из 10 серии GeForce. И рекомендую видеокарту Extreme Gaming для получения максимальной производительности. Это у меня все. Всем спасибо.